если уже начинается какая-то проблема, он выключается и все. И все уходят заниматься другими делами. У нас на самом деле реально много лет нет телевизора, и мы очень много лет переживали, так скажем, от этого благословения. Очень помогает старый добрый жребий, когда каждый пишет то, что он хочет посмотреть, складываем это в шляпу. И что вытягиваем, то смотрим. Для нас договариваться – это самый эффективный способ прийти к общему знаменателю. Да, если нам не удалось договориться, то, скорее всего, это просто не то время, когда нужно смотреть телевизор. Когда дети есть, то личные границы как-то они такими плавными становятся. Они смываются просто. Время, допустим, папа, когда папа или мама там, они читают Библию, молятся, это да, это наше время. И ну, дети как бы стараются не нарушать их, старшие дети, во всяком случае. Очень сложно нарушить границы, сидя дома. Мы друг между другом можем помочь как-то друг другу соблюсти эти границы, как бы, то есть уже понимая где-то какие-то моменты, зная друг друга. Учиться уважать тех, с кем я вместе нахожусь. Мне очень помогает понимать, что им тоже тяжело, принять это как истину и искать, чем я могу им послужить. Надо встать пораньше. По моей практике я могу уединиться только тогда, когда спит ребенок. То есть с женой можно договориться. Важным моментом здесь является учитывать нужды другого человека. Например, моя жена говорит, я хочу побыть одна, то я, учитывая эту потребность, я, например, беру детей на себя, и мы можем пойти куда-то погулять. Наша традиция заключается в том, что раз в неделю, там, раз в две недели Маша берет ребятишек, и они уезжают на одни сутки к маме. А папа в это время один, он может посидеть в тишине, даже помолиться просто спокойненько может, и все. Просто заходишь в комнату, закрываешь дверь на ключ. И остаешься один. Не помогает. Это только тебе, наверное, помогает, потому что тебя никто не ищет. А меня все ищут потом. Мама, мама, мама. Без Бога, честно, это невозможно. Конфликты бывают. То есть, ну, это неизбежно. Да, главное это сесть и поговорить. Стараюсь поставить себя на место мужа. Или на место детей, если с детьми конфликт. Попытаться понять, почему они так делают. Если я это не могу понять, я спрашиваю. В Боге ищу силы, чтобы ободрять всех и как-то помогать им принимать друг друга и быть таким плюшевым медведем. Если наш плюшевый медведь, наша мама, которая всех ободряет, перестала быть плюшевой. Я заштопать. Мы знаем друг друга уже сколько-то лет. Знаем свой характер, видим настроение человека. То... Учитывая, в каком состоянии находится супруг, просто нужно выждать время, когда успокоится, то есть накал страстей пройдет. И учитывая, если не получается уйти, посидеть там с ребенком, то уйти молиться, сесть и помолиться, почитать Библию и самому успокоиться. Для меня, как для мужчины, важно не приносить стресс дополнительный, связанный с самоизоляцией, связанный с текущей ситуацией в семью. Слово Божье говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». И вот бремя самоизоляции мы можем принести ко Христу и просить, чтобы Его мир наполнил нас и через нас наполнил нашу семью. У каждого из нас есть какие-то домашние задания маленькие в своей семье. Вот у меня вот пресс там качать, все такое, выполнять уроки, вот по качанию пресса так, по своей там сохранению своей идеальной фигуры. Для меня новым занятием стало вспоминание старых рецептов, которые требуют больше времени для приготовления. Дети взяли теннисные ракетки и стали щелкать мячиком по стенам и потолку. И пачкать его. Папа, который красит и белит стены в нашем доме, естественно, не может с этим смириться. Поэтому, когда они раскрыли обеденный стол и сделали из него теннисный, то я сказал, да, лучше пусть будет так, чем пачкать стены и потолок. Но, знаете, это переросло в семейные состязания. У нас начались соревнования, даже мама участвовала. Мне дали подержать ракетку. Вот, она была также в качестве болельщика. С сыном много-много-много-много всего, уроков там задают. Остальное мы просто догоняем то, что мы в течение там, года занятости не успевали. У нас в самом начале самоизоляции пришла идея,
чтобы играть с детьми в игру и вовлекать их в наши домашние занятия по дому. У нас сын, например, он стал разгружать и загружать посуду в посудомойку. Для нас это и помощь, а для него это возможность получить бонус дополнительный, вследствие чего он получает какой-то приз. У нас это делает, как это, премьер-министр. Сейчас вот нужно посидеть маленько, чтобы не заболеть. Пройдет время, нам разрешат ходить, гулять. Слово «мамы и папы» для них достаточно. У нас нет жесткого ограничения на прогулки. Вот игровые площадки у нас запрещено посещать. И мы через это побуждаем детей к молитве, чтобы они молились, чтобы эта ситуация с коронавирусом скорее закончилась. Потому что они непосредственно себе таким образом ощущают это влияние, для них это возможность доверять Богу. Развлечений много, они у нас пока не заканчиваются. У нас еще есть большой настольный хоккей, мы играем его, у нас турнир по хоккею проходит, как бы с вручением медалей, кубков и все такое. Ребенок уже на голове стоит, начинает просто от того, что ему все уже наскучило, надоело. Но ему на самом деле реально интересно, когда мы с ним проводим время. То есть мы вчера, например, с ним, я вообще лежала, отдыхала, и он ко мне залез под одеяло, и он такой довольный был, там, придумал историю, что мы делаем, и говорит: «Мама, с тобой так весело!» Я отдохнула и с ним время провела, и он такой прям счастливый был, счастливый-счастливый. Ребенок, я заметил, реагирует сильно на твое состояние, на состояние родителей. Если родитель вдруг успокоился и начинает спокойно говорить с ребенком, то за короткое время, минут 5, наверное, он успокаивается сам. В связи с тем, что все в виртуальном пространстве теперь происходит, у нас очень много разных встреч в Зуме. Стали в Зуме печь пироги. А самый главный плюс, что когда дети делают конкурс и пекут вкусный торт, а это происходит в Зуме, поэтому торты остаются дома. Весь торт, дома, который испекли твои подростки, остается у тебя на столе. Да. И это просто тоже тема. Еще одна вещь практическая, которую мы с ребятами сегодня обсуждали. Сделать такую коробку, в которую каждый может положить бумажки, на которых написано, что можно делать. Можно каждый день просто утром, чтобы семья выбирала то, что она будет делать вместе. Это не наша обязанность как родителей развлекать детей. Наша обязанность, наверное, больше их увлечь и привлечь в наши ежедневные домашние дела, которые мы делаем, делать их вместе с детьми. Плюс один размер. Развитие самодисциплины. Второй плюс – это больше стало времени у нас за Библией, то есть мы вместе читаем Библию по вечерам, прославлять Бога под гитару, потому что больше времени с ребенком вечером теперь не сидишь, не делаешь домашнюю работу. И получается, что ты ее утром сделал. Потому что ты утром все сделал. Больше времени все-таки ты проводишь с семьей. Один из плюсов карантина, немаловажный, на мой взгляд, это как раз то, что он обнаруживает то, что действительно заполняет твое время. Когда ты останавливаешься ненадолго, ты по инерции продолжаешь бежать. Когда ты останавливаешься достаточно надолго, а карантин, мы сидим уже целый месяц, тогда постепенно твоя инерция прекращается. И это на самом деле показывает тебе, чему же ты будешь посвящать свое свободное время. Вы знаете, часто люди говорят, ну и мы тоже, наверное, говорим, вот когда будет выходной, я почитаю Библию, помолюсь, и вот настал длинный-длинный выходной, да? И вот он испытывает, делаем ли мы это или не делаем, чем мы заняты. Ну, как обычно, полетим спасать мир, займемся рутинной работой своей. Я бы сделал вот что. Я бы сел в машину и поехал бы куда-то на природу. Выспись. Я бы, наверное, хотела собраться вместе с теми, с кем не могла все это время собраться вместе физически. Пойдем в церковь. Навестим наших друзей. Я заметил, что когда кому-то что-то можешь сделать, кому-то послужить, а сейчас у нас такие большие возможности через любые средства связи, то это так классно. Вдруг появляется смысл жизни. Есть люди, которые находятся даже не в том месте, где мы живем, да, а вообще за границей. И они нуждаются в помощи, они нуждаются в том, чтобы узнать истину. Мы с тобой можем это сделать. Да? Ну, начнем со своих детей.
Начинаем с близких. Да, сначала Иудея, Самария, да. А потом и до края земли.